Здравствуйте, дорогие лидеры и консультанты! В юбилейном 16-м каталоге вы все видели топ-25 хитов компании. В них вошли и продукты категории Wellness. И я бы хотела поблагодарить вас за выбор и доверие. Давайте отметим эти продукты. Это добавки Омега-369, Доброген и коктейли Wellness. И отдельно я бы хотела отметить звездочкой хит наш комплекс «Секреты Востока». Это мощный иммуномодулятор и нормализатор гормонального фона. Если вы еще не пробовали этот продукт, рекомендую обратить на него внимание. Ну а теперь давайте перейдем к новинкам нашей категории, которые появятся в продаже уже в начале 2023 года. Первый продукт – это куркумин Forte. Это натуральная формула с биодоступным куркумином. В составе только экстракт куркумы и 95% экстракт черного перца, который увеличивает усвояемость куркумы в несколько раз. В Индии куркумин называют пряное золото. В аюрведе его используют как природный антибиотик при воспалительных процессах, респираторных заболеваниях и проблемах с суставами. За последние 15 лет куркумин был объектом более 8000 научных исследований. БАД куркумин Forte обладает следующими свойствами. Способствует укреплению иммунитета. Снижает риск воспалений суставов и сохраняет их гибкость. Способствует нормализации ЖКТ. Обладает антивозрастным эффектом. Следующая новинка – это хелат магния. Хелатная форма – это самая легкодоступная форма минералов на сегодняшний день. Основная функция этого минерала – поддержка нервной системы и повышение устойчивости организма к стрессу. Также он полезен для предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний. Если уровень магния понижен, то нам сложнее справляться с эмоциональным перенапряжением и физическими нагрузками. Подытожим. БАД магний-хелат обладает следующими свойствами. Хелатная форма в 5 раз лучше усваивается, чем другие формы магния. Способствует повышению устойчивости организма к стрессу и укрепляет сон. Поддерживает нервную систему, мышцы и сердце. И способствует снятию мышечных спазмов и судорог. Но самый главный запуск, которому будет приковано ваше сегодняшнее внимание, мы оставили напоследок. Начиная с 2019 года Faberlic совместно с калифорнийской лабораторией Leaf Labs разработали уникальную линейку биологически активных добавок Faberlic Molecular Force. Но пандемия и другие события внесли свои коррективы в сроки запуска в продажу наших продуктов. И вот, наконец-то, мы запускаем в продажу нашу новую линейку БАДов с первого периода 2023 года. Faberlic Molecular Force – это новое поколение пищевых добавок с активными ингредиентами, извлеченными в стабильную молекулярную форму. Что это значит? Теоретически можно разделить все биодобавки на поколения. Первое поколение – это использование свежих и высушенных растений, применялось в древности и в средние века. Второе поколение – это создание первичных форм и смесей, это 16-18 век. Третье поколение – первые экстракты и сухие таблетированные формы. Применялось в 19-20 веках. Четвертое поколение – сложные технологии экстрагирования и очистки сырья. Вторая половина 20 века. И пятое поколение – начало 21 века. Выделение активных фракций и использование мономолекулярных компонентов. Наши добавки относятся к пятому поколению. Faberlic Molecular Force входит в ограниченное количество портфелей комплексных диетических добавок на рынке, которые решают широкий спектр проблем комплексно по системам организма. Это означает, что все 33 добавки поделены по системам организма. Нервная система, эндокринная система, иммунная система, опорно-двигательная система, сердечно-сосудистая система, мочевыделительная система, система очищения организма, пищеварительная система, репродуктивная система, общее состояние организма и восполнение необходимых веществ. Это витамино-минеральные комплексы. Продукты Faberlic Molecular Force были разработаны с использованием последних достижений в области биодоступности натуральных растительных ингредиентов. Биодоступность почти каждой формулы усилена запатентованным ингредиентом биопирином. Это 95% экстракт черного перца, который существенно увеличивает всасывание биологически активных веществ из тонкого кишечника. Например, всасывание экстракта куркумы или куркумина в соединении с биопирином увеличивается от 30 до 60% в зависимости от индивидуальных реакций организма. Подытожив все сказанное, давайте кратко обозначим акценты нашей новой линейки биодобавок.
Это уникальные инновационные молекулярные формулы, комплексный подход по системам организма, синергия ингредиентов в составе каждой формулы повышает эффективность биодобавок и биодоступность формул усилена биоперином. Для работы с такими сложными продуктами будет проведено обучение с Александром Эдигером, а также для помощи работы с назначением биодобавок и определением, какие нужны именно вам или вашим клиентам, можно пройти тестирование на сайте, перейдя по ссылке, которую вы сейчас видите на экране, или отсканировав QR-код. И в завершении я бы хотела поздравить всех с 25-летием Faberlic и поблагодарить вас за выбор нашей компании и любовь к нашим продуктам. А мы со своей стороны будем продолжать радовать вас новинками и помогать вам достигать новых вершин.